Международный конкурс «Ключи от неба» – престижное соревнование, которое уже 3 года проводится на территории России. В широкомасштабном мероприятии традиционно участвуют сильнейшие военнослужащие. В нынешнем году это представители Армении, Китая, Казахстана и других стран. Впервые себя покажет Беларусь. Осознавая ответственность перед серьезными испытаниями, военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка тщательно готовились. Регулярные тренировки принесли плоды. В ходе показательной отработки солдаты выполняли нормативы на достойном уровне. Сегодня у нас проходит отборочный этап. Руководство военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны определило 2 участницы команды, которые принимают участие в отборе. Это наш полк, потому что он стал по итогам прошлого года лучшим. Ну и самый старожил среди всех войск зенитно-ракетных, который вооружен уже на протяжении 3-го десятка лет, это зенитно-ракетная система, это 15-я зенитно-ракетная бригада. Лучшие ее расчеты. Вот. Первый этап вчера мы уже провели, в ходе первого этапа мы заняли 1-е место. Сегодня вот проходит 2-й этап, в настоящее время наши расчеты выполняют упражнения по заряжанию пусковой установки. Конкурс под говорящим названием «Ключи от неба» включает 4 этапа. Вождение боевых машин, ведение противовоздушного боя с имитированными пусками ракет, боевая стрельба, а также заряжание пусковых установок. В выполнении последнего военнослужащие 115-го зенитного ракетного полка значительно преуспели. На отборочных соревнованиях показали результат 31 минуту при нормативе 45. Солдаты вспоминают, как трудно давались первые попытки пройти испытания. Мотивация служила желание быть лучшими и представить Беларусь на международном конкурсе. Поначалу упражнение было, сложновато начинать делать. Потом со временем начали тренироваться, каждыми днями ездили, тренировались, постепенно начали улучшать результаты. Поначалу даже время не вкладывались по нормативу. Но постепенно начали делать, дошли до самого лучшего времени. Мы просто хотим туда попасть, видеть, как это все стреляется, из боевых ракет, хотим показать Республике Беларусь, на что она способна. Высокий уровень боевой подготовки военнослужащих – престиж Беларуси на международной арене. Командиры зенитных ракетных войск уверены, солдаты достойно представят свою страну, не уступив в силах соперникам. Очень жесткая борьба, потому что секунды считаем. Судейство принципиально, в то же время объективное. Прибыли лучшие расчеты с Республики и здесь, на гостеприимной Брестской земле, будут отобраны лучшие из лучших. Финальный этап конкурса по полевой выучке среди боевых расчетов зенитных ракетных войск «Ключи от неба-2016» пройдет в первых числах июля на полигоне «Ашулук».